Хочу пожаловаться вам. Представляете, заказала через Amazon гиацинт. Гиацинт. Заказала луковицу гиацинта, потому что оно на этом было представлено, на картинке, что придет луковица. Пришел вот такой распусти... Я не понимаю, что он в коробке столько времени валялся. В плохом вообще состоянии. Вот представляете, вот он слипшийся весь, кривой вот такой. Блин, я жалобу написала. Написала отзыв гневный вообще. Ну как можно так над растениями издеваться? Мне даже, вот знаете, мне даже не деньги жалко. Мне вот жалко вот это растение бедное. На таком плохом состоянии его привезли, вы представляете, а? Так разве вообще можно уже такое распустившееся растение вести